Отличное блюдо для вкусного семейного завтрака в выходной день. Готовится быстро и просто, а в результате вкусное блюдо с необычной подачей на столе. Обязательно порадуйте своих домашних. Это блюдо просто идеально для завтрака, особенно хорошо оно тем, что здесь можно импровизировать. За основу возьмем бублик, разрезанный вдоль, без мякиша. Начинить его можно любыми продуктами по вашему желанию. Это могут быть грибы, любые овощи, зелень, бекон. Попробуйте приготовить завтрак по этому рецепту. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Авокадо выскрести мякоть. В чашу блендера сложить мякоть авокадо, базилик, йогурт, лимонный сок, чеснок. Измельчите до однородного состояния. Яйца слегка взбейте вилкой, посолите. Вкусняшки, подписавшимся. Сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте кубиком. Бублик разрежьте вдоль пополам, выскребите мякиш. Смажьте внутри авокадовым соусом. Посыпьте сыром. Аккуратно влейте яйца. Сверху посыпьте ветчиной и шпинатом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности яиц около 20 минут. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Авокадо 1 штука, йогурт 100 мл, масло оливковое 50 мл, лимонный сок 2 столовые ложки, чеснок 1 зубчик, базилик 1 столовая ложка, нарезанный, сыр тертый 100 грамм, ветчина 3 ломтика, яйцо куриное 2 штуки, шпинат 3 штуки, количество порций 2. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. До новых встреч!